Осенью прошлого года вошел в действие закон о введении упрощенной процедуры банкротства. Гражданин получает возможность оформить банкротство бесплатно и по упрощенной схеме при условии, что он имеет долг от 50 до 500 тысяч рублей и не имеет имущества для его погашения. Новой программой пока смогли воспользоваться только 283 гражданина. Юристы называют ряд причин, которые делают программу недоступной широкому населению. Подробности читайте на сайте.